Здравствуйте. Здравствуйте, мой проект называется «Поиск переменных звезд на снимках с телескопа Т-17». Меня зовут Бабаскин Михаил, я перешел в 9 класс, живу в городе Барнауле. Цель моего проекта – это открыть и исследовать новую звезду. Во время практической работы мне удалось открыть затменно-переменную звезду. Да. А покажи ее, где она здесь? Эта звезда официально зарегистрирована в каталоге ВСХ. Вот, ее уже зарегистрировал? И вот это ее поисковая карта, она находится в созвездии Центавра.